небес, а по-любому все равно напиши там мне реального человека, и поэтому каждый раз нужно память немножко обновлять. У меня тут есть какие-то там свои пометки мои личные, там где вот как она себя вела во время того, как она говорила, моя героиня. Вышла замуж, потому что забеременела от своего молодого человека. Женщина, пострадавшая от домашнего насилия. А, у нас есть общий сын. Дома завязался скандал, был тогда в нетрезвом состоянии. Вышла, я почувствовала, что будет беда. Убежала на улицу и прямо возле подъезда сидела трое людей. Я подумала, что при людях он меня бить не будет. Но я ошиблась, он бил меня головой о стенку, и трое людей, там было две девочки и мужчина. Никто не помог мне.